Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 141, упражнение номер 279. Рассмотрите рисунок. Составьте по рисунку текст на одну из тем. Хорошо зимой. Как мы лепили снеговика. Вот так покатался. Подготовьтесь рассказать составленный текст, запишите его. Мы составим текст на тему «Хорошо зимой». Все дети любят зиму, ведь зимой бывает самый веселый, долгожданный праздник Новый год с подарками и школьными каникулами. А сколько существует зимних развлечений? Можно кататься с горки на санках, лепить снеговиков, кататься на лыжах, коньках, играть в хоккей или просто кидаться снежными комьями. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.